Всем привет. Виноград. Плевен. Начал уже набирать свой янтарный окрас. Еле-еле. Вчера 4 число я приехал. Это было все еще зеленое. Сегодня уже по чуть-чуть начал набирать. Угу. Да, и сахар начал набираться. Вот так вот за одни сутки. Пошел в рост. С Аркадией в этом году плохо. Совсем тут такие вот роздочки, где-то прячемся. Ну от силы грамм 400-500. Полка совсем плохая тоже в этом году. Так, сейчас, это же я уже показывал, разница между Аркадией на открытой местности и во дворе. Сейчас посмотрим. Там Аркадия совсем зеленая какая-то еще. Даже пробовать нечего на вид. Уже пощипали сегодня, видно, верхние ягодки. Такие красивые. Вот тут покрупнее, вкус, правда, молодой. Как раз такой виноград, какой я люблю, чтобы не сильно сладкий был. Просвечивается на свет, на солнышке. Вот так вот может сегодня, ну может в этом году толхи выручит. Хотя сколько тут этих громок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 громок есть. Но зато тут лоза уже вызревает. Я старый показываю, вот новый. Да, уже пошло вызревание. Красиво, когда все хорошо. Сейчас еще пару штучек хапану. Красота. Вот такое вот коротенькое видео по сравнению. Тут уже тоже налились ягодки по чуть-чуть. Я в этом месте, которое выходит у нас в сад, и был под сильным заморозком, как раз это место прошло туннелями, как-то проходы были. Возвращаю, сейчас еще покажу. Вот такие вот у нас гроздики. Болячек нет. На ягоде что-то только что проблеснуло. Ожог, наверное. Да, вот ожог. Вот такой у нас. Вот еще тоже Аркадия. Вот такое состояние только. И плевен. В 2 метрах вот такой.
красавчик, вот это вообще класс. Прелесть.